ямальских городах установят памятники, посвященные Отечественной войне 1812 года. В рамках Всероссийского конкурса архитектурных и скульптурных произведений «Наше Отечество. Новый взгляд» группой авторов был создан памятный знак «Хлеб нашей памяти». В основу произведения положен исторический факт. Тему продолжит Альмира Галимова. В этом году жители России и стран ближнего зарубежья готовятся к масштабному празднованию 200-летия Бородинской битвы. К юбилею приурочены торжественные мероприятия во всех городах страны. В Лабытнангах в рамках Всероссийского конкурса архитектурных и скульптурных произведений «Наше Отечество. Новый взгляд» будет установлен памятный знак «Хлеб нашей памяти». Данный памятный знак будет установлен также у нас в городе. Планируется установка данного памятного знака 7 сентября в 17:00 на площади Победы. Значит, памятный знак создан по инициативе творческо-производственного объединения «Екатеринбургский художественный фонд» и при поддержке некоммерческой организации «Фонд сотрудничества Ямала». Он будет устанавливаться в 8 городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Не все знают, что столь любимый и популярный у россиян хлеб, известный как Бородинский, это материальное воплощение памяти событий войны 1812 года. В основу произведения положен такой исторический факт. В Бородинской битве погиб генерал Александр Алексеевич Тучков. Его вдова Маргарита Михайловна в память о муже и о сражении выпекла поминальный хлеб с кориандром черный, который символизирует картечь. Светлый цвет постамента символизирует чистые помыслы участников войны. На нем располагается Бородинский хлеб, означающий память о павших защитниках Отечества, и Георгиевская лента – символ их ратных подвигов и побед. Памятный знак сделан из гранита и бронзы. Внутри него располагается капсула, наполненная землей с Бородинского поля. Открытие памятника в Лабытнангах планируется 7 сентября, в день Бородинского сражения. Альмира Галимова, Григорий Волков, программа «Время местное».